Лекс, здравствуй. Привет. Для тех, кто еще с тобой не знаком, давай расскажем, что такое Лекс Нула и есть ли у вас какая-то своя философия и что вы хотите донести до своих слушателей. Мы хотим донести до своих слушателей, что да, мы есть такая группа. Мы группа, не просто там проекты или певица, как меня любят называть. И мы хотим донести до своих слушателей, что есть прекрасная музыка, что нужно слушать музыку, получать под нее удовольствие, и без музыки тоже получать удовольствие, и разбираться в своих внутренних демонах, и вообще исследовать свои самые темные уголки своего сознания, и вообще ничего не бояться, я бы так сказала. А в каком стиле музыки ты играешь, и придерживаетесь ли вы каких-то стилистических канонов? Я думаю, что как раз никаких канонов мы и не придерживаемся, потому что в своей музыке мы позволяем себе какие угодно ходы, и как раз очень часто неканоничные, в принципе, смешивать жанры, которые совсем не каноничные. То есть как раз противоположная имеет место тенденция быть. Собственно, то, что мы можем судить из названия «Лекс Нула», это значит на латыни «отсутствие закона как такового». Этой идеологии мы и придерживаемся в своем творчестве. Yeah.
Лекс, ходят слухи, что твои песни ротируются в зарубежных странах на радио. Расскажи, какие страны особо заинтересованы в твоем творчестве? Ну, как показывает статистика, наша музыка наиболее популярна в Германии и в США. Это вот то, что я могу сказать. Но, в принципе, это соответствует нашему звучанию. Оно достаточно жесткое, оно достаточно роковое. И посыл, он во многом, я бы сказала, индустриальный, и звук тоже. И это как раз тот жанр, который популярен в этих странах. Недавно вы выпустили свой дебютный альбом. Расскажи, долго ли вы к этому шли и с какими трудностями вам, возможно, приходилось сталкиваться? Мы достаточно долго к этому шли, потому что мы успели выпустить и кучу синглов, и EP, и так далее. И мы, можно сказать, дошли к своему звуку, который, да, в общем, в полной мере представлен на этом альбоме. Меня он очень-очень долго не устраивал. Но я думаю, что мы пришли к тому, что мы хотели услышать, и я думаю, к тому, что хотят услышать наши слушатели. И последний к тебе вопрос такой. Вот как ты считаешь, верно ли утверждение, что успеха можно добиться в каком-то деле лишь в том случае, если ты этому делу отдаешь всю себя? Мне сложно говорить, потому что, исходя из моего опыта, может быть, очень по-разному, я бы сказала. Очень по-разному. Поэтому
Сложно сказать, вот Моцарт, он отдавал себя весь своему делу, или это был просто игры гения. Но я думаю, что на самом деле то, в чем ты добиваешься успеха, значит, ты это хорошо делаешь, значит, ты как-то приходишь к тому, чтобы это хорошо делать, и ты это делаешь всю жизнь, потому что у тебя получается, и тебе это нравится. Is there anyone else who wants? Just give me a call. Oh, it's nice.